И вот он высматривает, ага, вот он увидел самолеты внизу, ага, такой раз, ага, увидел Фока. Фока пошла. Куда-то пошла направо. Так, смотрим дальше. Ну, вот это, ребят, как называется встреча? Я, ребят, даже не знаю, как это объяснить. Смотрите. Я бы сказал, что это чувак встречает самолет и сбивает его. Вот так бы я это и назвал бы. Привет, мои дорогие. Дорогие те, которые очень, и те, которые совсем не очень. Всем вам привет. Ну что, наш Хэнк попался. Наш подозреваемый Хэнк наконец-то он лоханулся и попался. Его мы с вами смотрели вчера на вечернем стриме, а сегодня ночью я продолжил его смотреть на ночном. И вот, наконец-то он попался. Было много моментов, но не было стопудовых моментов, когда можно сказать, что он вот он, читер, точно читер. А я был терпелив, и в одном из боев на ледяном переваре он нам попался. Так, ну вот у нас получается с вами едет М4А3. Вот он М4А3, который он шотнет через вагон. Давайте смотреть. Так, поехал на точку. Засмотрелся на М4 подъезжающий, ударил в цистерну, она взорвалась. М4 пока не видно, но его слышно. Как бы тут все в рамках правил. Вот это сработало. Теперь смотрите. Оп. Я думаю, это, ребят, аимботик. Ну, тут вроде бы можно. Тут вроде бы вопросов у нас нет. Все нормально. Это можно сделать. Что делает игрок? Игрок едет дальше. Впереди гудит вражеский танк американский. Почему-то никто из них не смотрит налево за угол, да? Никто не смотрит. Ну и нахрен он надо. Не смотрит и не надо. Подумаешь, за угол не посмотрел. Главное, смотрит на 10, на 11 и вот туда на 12. Оп. Не попал, да? Не попал. Так. Вот тут он остановился, дернулся. Я думаю, он тут увидел М4. Или, ребят, или... А ну-ка. Чего он тут дернулся, ребят? А может быть, на него вот этот вот Рагдон? Или как он там? Рагдон, да. Может быть, он на него смотрел, да? И он дернулся. Ну, ребят, непонятно. Короче, я думаю, он отреагировал на кого-то из этих вот двух. Скорее всего, на вот этот маркер. Двигается дальше такой. Ага. Арта бьет такая, опять чувак, опять вот такой бьет его. И тут смотрите, ребят, поехали. Это аймбот, ребят. Это аймбот стопудово. Стопудово. Вот так себя ведет аймбот. Видите, дрожание прицела перед выстрелом. Когда зажимаешь аймбот прицеливания, вот такое дрожание происходит. Да. Это стопудово аймбот. И теперь-то мы точно уверены, что игрок играет с читом. Ну а вам, мои дорогие, спасибо всем огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока.